ней соединился характер двух народов – удмуртка по маме, украинка по отцу. О ее подвиге писали все газеты мира. Ей было всего 19. Она погибла, спасая людей. Надежда Курченко. Была осень 70-го года. Бортпроводница Надежда Курченко поднималась на борт самолета с мыслями о свадьбе. Через 2 месяца она выйдет замуж за человека, который ее обожает. Им предстояло лететь до Сухуми. Время полета — 30 минут. Она была очень счастливая в тот день, будет вспоминать ее экипаж позже. Немного стеснительная, всегда улыбчивая Надя Курченко родилась на Алтае. Детство ее было тяжелым, отец избивал мать, и они его оставили, уехали на родину у мамы в Глазовский район Удмуртии. Там, в селе Понино, она окончила школу. Однажды Надя прочитала книгу о подвиге Зои Космодемьянской. Впечатлениями она поделилась с мамой и с огорчением заметила: «Жаль, что я не смогу стать такой же, время не то». Мама с улыбкой произнесла: «Подвиги совершаются даже в мирное время». В тот день на борту «Аннушки», так ласково называл самолет, экипаж, было 46 человек. Здесь, на переднем ряду, разместились отец и сын Бразинскасы. Сумки были под сиденьями. В то время вещи не досматривали, и они легко пронесли на борт пистолеты, обрез охотничьего ружья и гранаты. Через несколько минут после взлета старший Бразинскас отдал Надежде Курченко конверт с приказом прекратить радиосвязь, изменить маршрут, лететь в Турцию. За невыполнение – смерть. Об этой трагической истории будут много писать, даже снимут фильм. Не с места! Разнесу дребезги! Пропусти! Не пущу! Отойди! Надежда Курченко закрыла собой дверь пилотов. Ее убили. Теперь отцу и сыну никто не мешал. Трое из экипажа были тяжело ранены. Повезло только второму пилоту. Пуля застряла в стальной трубе сиденья, и он, по требованию террористов, иначе они грозились взорвать самолет, сел в Турции. Позже в самолете найдут 18 пробоин от пуль. Но после ремонта Аннушка с фотографией Нади Курченко на борту продолжит выходить в рейсы, а мама писать письма. Она требовала, чтобы преступников судили в Советском Союзе. Но не получилось. Бразинскасы сначала получили убежище в Турции, затем в США. Конец их жизни был под стать всей. Сын забил до смерти отца гантели и получил 16 лет тюрьмы. Звездочка моя ясная, как ты от меня далека. Историю Надежды Курченко людская молва связала с песней «Звездочка моя ясная». Она стала очень популярной в тот год. Но это была просто красивая легенда, а из правды именем Нади Курченко назван астероид в созвездии Козерога, пик Гиссарского хребта, танкер российского флота. На Алтае носит ее имя школа, а в Ижевске в честь бесстрашной бортпроводницы названа улица.